The buzz on you, my favorite song, is playing in a Broadway bar. Then you walk in and you're all alone, the hottest in the room by far. And you look up and our eyes lock, and my heart falls straight out of my chest, baby. Your lips and your sweet smile, let me kiss it till I die. For the В этом видео мы проедем из приморской части Грузии города Батуми в столицу, город Белиси. Съемка с крыши автомобиля дополнится объемными панорамами с дрона. В среднем этот путь сейчас занимает 5-6 часов, но в видео он сократится до 1 часа. Чтобы дорога была не только красивой, но и полезной, по ходу движения я отвечу на те вопросы о Грузии и жизни здесь и вопросах об устройстве, которые не вошли в другие видео. Эти вопросы я собрал из комментариев под предыдущими роликами, либо получил напрямую в WhatsApp. Прошу обратить внимание, что WhatsApp указан под каждым видео для коротких вопросов текстом по делу. Возможности созвониться с каждым и поговорить или прослушать голосовые сообщения просто нет. Для удобства пользования видео под ним оставлю тайм-коды, указывающие на тему упомянутые видео, чтобы можно было сразу перейти к интересующему разделу о Грузии и жизни здесь. Это упрощает пользование материалом. Пока машина движется по Батуми, коротко расскажу о городе. Батуми появился на карте в конце 19 века, долгое время был промышленным и торговым портом, в последние 20 лет развивается как международный курорт. Видео о городе достаточно много на канале. Получается, кстати, развиваться у него неплохо. Благодаря набережной и приморскому парку весь Батуми можно пройти за 2-3 часа вдоль. Чем дальше удаляться от моря, тем меньше город выглядит как курортный. Про географию локации здесь внутри города можно посмотреть в отдельные ролики, как я уже сказал на канале. А также здесь очень много видео о новостройках Батуми, интервью с застройщиками, подробное изучение специфики ремонта в городе Батуми, недостатков и достоинств, а самое главное о том, как получать удовольствие от достоинств и какие решения есть для недостатков. Вроде набора подсказок на тему, как жить в Приморском городе, доработать напильником из состояния хорошо до состояния очень хорошо. Все эти темы интересны лично мне и, как выяснилось, еще тысячам других людей, поэтому я и снимаю то, как подробно разбираюсь в том или ином вопросе. Сам я недвижимость не продаю и никаких услуг не оказываю. Видеоролики публикуются в открытом доступе и каждый может распорядиться полученной информацией на свое усмотрение. Если нужен какой-то полезный контакт, я поделюсь им в WhatsApp. Контакты людей, которые зарекомендовали себя с отрицательной стороны, я не даю, даже если делал с ними ранее интервью. Ролики в любом случае сохраняются на канале почти всегда, потому что содержат полезную информацию. А в рабочих процессах я не участвую, за исключением проекта «Мебель в Батуми». Этот проект появился во многом благодаря каналу, и там я работаю в качестве маркетолога. Принимаю заявки на замеры, плюс настраиваю рекламу на ряде площадок. Про дорогу и интересные места по ходу движения к Белиссии будут подробности во второй части видео. А первая будет все-таки состоять из наиболее частых вопросов, о которых пока еще не снято отдельное видео на канале. Работает ли в Грузии криптовалюта? Поскольку нужна какая-нибудь нейтральная интересная тема, начнем с криптовалюты. Честно говоря, до февраля 2022 года я не был поклонником криптовалюты и все еще достаточно критично отношусь к этому способу хранения материальных ресурсов. Причина простая. На рынке криптовалют творится большое количество непотребств из-за того, что этих валют наплодили очень много, и централизованную регуляцию осуществляется не системно, а как придется. Но на фоне тех непотребств, которые стали твориться в банковской сфере и на бирже, криптовалюта уже не выглядит такой рисковой затеей. Это лично мое мнение и не должно считаться истиной в каком-либо виде. В Грузии криптовалюта официально разрешена, вообще все криптовалюты. И в Батуми, и в Тбилиси особенно есть ряд банкоматов, где криптосредства меняются на доллары. Наиболее выгодный курс все-таки в физических обменниках, а не в банкоматах. Прежде чем обменивать, стоит сравнить между собой условия комиссии. Как правило, обмен происходит между валютой USDT, это криптовалюта, жестко привязанная к доллару США, на реальные бумажные доллары. То есть это проходит здесь без проблем, с минимальными комиссиями. А в Батуми обменник с хорошим курсом находится в здании Батуми Мола в его офисной части. Если спросить охранника, он обязательно покажет, куда идти. Можно ли в Грузии купить квартиру за криптовалюту? Из крупных застройщиков я не знаю ни одного, кто принимал бы платежи в токенах. Речь идет вот о, рынке, о рынке Батуми, именно о рынке недвижимости Батуми. Поэтому в 2022 году ответ на этот вопрос скорее нет, чем да. Но, учитывая то, что проблем с обменом токенов на доллары нет, то есть обменники работают, можно ответить, что в принципе можно купить, потому что комиссия за обмен небольшая и гораздо ниже, чем те же самые свифт-платежи. То есть нужно совершить всего одно дополнительное действие, поменять криптовалюту на доллары. Из наиболее известных и крупных систем по, по размеру, сопоставимых с крупными международными банками, можно назвать, наверное, систему Binance. Ее многие знают. А, как правило, для операций с криптовалютой используют именно ее. Она удобна еще и тем, что там можно проводить не только криптооперации, но и операции с обычной валютой. Работает это примерно так. Иван Иванович в Украине имеет 100 тысяч гривен и хочет получить их эквивалент в ларе, но хочет это сделать по выгодному курсу и с минимальными издержками в виде комиссии и банку за перевод он размещает ордер на Binance с указанием, какую сумму ему нужно обменять и где он хочет, условно говоря, в чем он хочет получить свои деньги. А какая-нибудь Ольга Ивановна в Грузии имеет обратную потребность, то есть поменять, допустим, лари в Грузии там, на гривны в Украине. И она смотрит такие предложения на Binance. Ну и также возразмещает свое встречное предложение. В результате эти два человека находят друг друга, биржа выступает гарантом и берет за это небольшую комиссию, гораздо ниже, чем у банка, плюс курс от частного лица, как правило, выгоднее, чем банковский. Ну а средства перечисляются на счета этих физических лиц в двух разных странах. Такой тип сделок называется P2P-торговля. В ряде стран он запрещен, но фактически догнать такой платеж и заблокировать его у банков нет физической возможности, потому что они узнают о нем, о нем уже после того, как он совершился. Но в целом, честно говоря, за ними, насколько я знаю, никто особо и не гоняется. Как и любой другой финансовый инструмент, нужно сравнивать предварительные результаты на Binance, то есть курсы обмена, с тем, что может предложить официальный банк в той стране, где вы находитесь. Результаты не всегда выгодные, но люди, имеющие голову и умеющие считать, смогут разобраться и пользоваться этим инструментом. В конце концов, <laughs> даже я смог. А реферальная ссылка на Binance находится под этим видео. Зарегистрировавшись в системе, по ней, можно получить небольшой приветственный бонус. Ну и я тоже получу какой-то небольшой бонус. Как иностранцу открыть счет в банке Грузии? До февраля 2022 года ответ на этот вопрос был простой и однозначный. Достаточно было иметь загранпаспорт и, возможно, было максимально быстро открыть счет в любом банке Грузии. Ситуация изменилась, и сейчас каждый банк придумывает что-то свое. Появляются все больше и больше отказов, а сроки принятия решений в открытии или не открытии счета занимают неделю и больше. В такой ситуации говорить о каком-то алгоритме для конкретного банка бессмысленно, потому что ну, они постоянно меняются. Просто обозначим самые популярные банки, и я думаю, что заявки имеет смысл сразу подавать в несколько банков. А решать уже придется на месте, то есть сотрудник банка сообщит, какие требуются банку дополнительные документы в текущий момент. Самые популярные банки в Грузии это Банк of Georgia с логотипом оранжевого львенка и TBC, это синий треугольник, состоящий из нескольких секторов. Они самые крупные, ими пользуются большинство людей. Также популярны банки Liberty, Basis Bank, в текущей обстановке имеет смысл, как я уже сказал, подавать заявку в несколько банков, не дожидаясь ответа от конкретного. Случаев, когда отказали в открытии счета во всех банках при условии, что человек белый и пушистый, не встречал. Но всегда можно дополнить эту информацию комментарием под этим видео. Про переводы денег в Грузию отдельный блок вопросов про финансы в Грузии будет посвящен вот именно тому, как привести деньги в Грузию. Видео с таким названием, оно уже есть на канале, я подробно описал популярные платежные системы, и для большинства стран то видео все еще работает и все еще актуально. Для жителей Украины и всего остального мира в целом это видео прям то, что нужно. В части платежей там ничего не изменилось там, за последний год. Но серьезные изменения по понятным причинам произошли для граждан России и Беларуси. Из-за отключения систем Mastercard и Visa пользоваться картами в данный момент стало невозможно. Также перестал работать ряд платежных сервисов, с помощью которых раньше удавалось переводить деньги за рубеж с небольшими комиссиями. Тем не менее, входящий объем денег, поступающий в Грузию из России за последние 4 месяца, увеличился не то в 8, не то в 9,5 раз по сравнению с предыдущим годом. Как это оказалось возможно? Очень просто. Первое. В Грузию можно ввозить наличными любую сумму денег, проблем с этим нет. Правда, вывозить из большинства стран можно обычно около 10 тысяч долларов по зеленому коридору. Поэтому первые 10 тысяч долларов на человека люди обычно приводят с собой наличными. Или, если говорить там об Израиле, Украине, Казахстане, Германии, Польше или еще какой-то другой стране, где Грузия сейчас пользуется особенной популярностью, то там проблем в принципе никаких. В большинстве стран на планете Земля не запрещен провозграть через границу даже больше, чем 10 тысяч долларов сумм в наличных. Просто вместо зеленого коридора приходится воспользоваться красным. Красный цвет – цвет тревоги. Поэтому большинство людей это отталкивает уже на этом этапе когда они узнают, что надо проходить какой-то красный коридор. Хотя на практике можно свободно вести наличные, просто их нужно декларировать на таможне, показав соответствующий документ, подтверждающий их происхождение. Например, это накопление человека, который он снял со счета в банке, и это подтверждается справкой из банка, что деньги получены там. Ну, либо договор купли-продажи, по которому эти деньги были получены. Но вопрос все-таки был про россиян и белорусов. Совершенно очевидно, что в текущей ситуации многие люди там пытаются всеми силами вывести себя и свои накопления. С точки зрения мирного неба над головой вообще для всех остальных, это дело хорошее. Но как это сделать? В Грузии все еще работает система платежей «Золотая корона». С точки зрения конвертации комиссии, это наименее убыточный способ перевода, допустим, рублей в доллары и снятия их здесь, в Грузии. Грузинские банки оказались не готовы к такому наплыву новых клиентов в последние 4 месяца. Поэтому каждый день у каждого отдельного банка появляются новые требования и к счетам для иностранцев, и к правилам приема, и обработки международных платежей, ну, ко всему, в общем. Например, в одних банках выдают платежи по золотой короне частично в ларе, частично в долларах. Эта информация, вот, опять же, я говорю, меняется настолько быстро, что утверждать здесь что-то, что актуально на сегодняшний день, смысла особо не имеет. Нужно понимать принцип. Банковская система захлебывается от количества новых клиентов, платежей и денег. Их ведь нужно принять, обработать, как-то проверить легальность их происхождения. А за этим следят международные банковские регуляторы. И тут ошибки могут привести к серьезным санкциям уже для грузинских банков. С помощью золотой короны, допустим, можно вывести до 5000 долларов в месяц на человека. Это ну, не очень большая сумма, но если есть знакомые и близкие, то большую по размеру сумму можно распределить между ними, и каждый отдельный человек может в месяц отправить по золотой короне по 5000 тысяч долларов. Для крупной покупки, например, квартиры это неудобно, но на этот случай система международных банковских платежей SWIFT она все еще работает даже в России. Это означает, что заключив договор, допустим, с грузинским застройщиком, именно с юридическим лицом, можно перевести стоимость квартиры со своего счета в России на счет застройщика в Грузии. Комиссия составляет несколько процентов, и она тоже сейчас периодически меняется от банка к банку. Ну и также стоит обратить внимание на курс, по которому будет конвертироваться валюта. Именно вот на курсе бывают самые большие потери, а далеко не на комиссии. Как правило, все сделки между рублем или какой-то другой валютой и лари проходят конвертацию через доллар. Хотя за первичную недвижимость в Грузии можно платить напрямую в долларах. А вот за вторичную закон требует платить уже в национальной грузинской валюте, то есть в ларе. А, но вот с квартирами, которые продают физические лица в Грузии, тут сложнее. По закону сделки должны совершаться в Ларе, как я уже сказал, и сделать международный свифт перевод не получится. Сначала нужно открыть счет э, вернее, не получится, у тех, кто находится в России и в Беларуси. А, значит, сначала нужно открыть счет в грузинском банке и аккумулировать средства для покупки квартиры на этом счете. Как я уже сказал, наиболее актуальный вариант это золотая корона плюс часть привести наличными. Для всех остальных стран, которые не находятся под санкциями и вывод средств из них не заблокирован, работают традиционные способы перевода денег. То есть международные SWIFT платежи там можно также все платить между своими счетами, либо, либо прямые транши с банковского счета одной стороны на банковский счет физлица там, или юрлица в Грузии. Важно. Основанием для международного перевода от одного лица к другому должен быть какой-то документ. Как правило, это договор купли-продажи чего-либо. Про здравоохранение. В Грузии существует здравоохранение. Наверное, чтобы до конца его оценить, нужно часто болеть. Я болею не так часто, но из опыта обращения сложилось определенное мнение. Как и везде, есть хорошие врачи, а есть и похуже. Мой неудачный опыт установки коронки, когда я сменил трех врачей и только третий исправил результаты творчества первых двух, это довольно показательный пример. Кстати, стоматология в Грузии настолько неприлично дешевая, что сюда можно организовывать медицинские туры, до чего еще почему-то почти никто не додумался. Нужно только организовать оценку качества и подобрать ну, хороший пул специалистов. А в целом это довольно прибыльная и интересная ниша для бизнеса. Я говорю про международный туризм именно медицинский. В остальном при обращении к врачу нужно приготовить некоторую сумму денег или запастись медицинской страховкой. Страховка нужна тем, кто постарше или тем, кто часто обращается. В остальных случаях возможно просто жить и не болеть. А если врач в Грузии ничего не обнаружил, то, возможно, проблемы и нет. А есть чрезвычайная мнительность, которую надо пройти. Человеческий организм при смене климата и места проживания часто переживает сбои, а слабые нервы заставляют каждый новый чих воспринимать с точки зрения умирающего лебедя. В Батуми очень влажный климат, и если по состоянию здоровья влажный климат не подходит, то лучше изначально вообще отказаться от идеи жить здесь. А зато здесь нет заводов, атомных станций, и в целом экология лучше, чем во многих других местах на планете. Но есть и нюансы. Например, выбросы асбеста с некоторых бетонных мини-заводов, которые работают прямо возле очередной крупной стройки, обеспечивая ее бетоном. Это тоже следует принять во внимание. Направление Махинджаури. Дорога на Тбилиси проходит через Махинджаури. За ним будет Чакви, потом Букнари и Букнари Цихидз... цихиздзири а точнее, после Махинджаури можно сразу ехать по трассе, конечно, до Кабулети, а можно свернуть после тоннеля в сторону Чакви, тогда ни грамма красоты не будет упущена. В самом Махинджаури смотреть особо не на что. Дорога проходит вдоль моря, от пляжа ее отделяет еще и полоса железной дороги. Многоквартирные дома и туристические комплексы там строятся, как правило, на первой линии рядом с этой самой дорогой. Если смотреть по карте, то там почти все дома находятся в шаговой доступности от моря, и это, как правило, очень сильно подкупает. На деле Махинджаури вытянут вдоль моря, менее живописной, чем там Гоню и Квариати, а основная застройка частными домами там происходит ну, наверху в более гористой местности. За Махинджаури, кстати, находится еще ряд деревень, из которых открывается прекрасный вид на Батуми и на море, но добраться туда не так-то и просто, потому что дороги там в основном узкие и бетонные. Если... Поверить, что трассу на Тбилиси откроют в этом году, тогда в Махинджауре, ну как бы там снизится трафик и станет потише. В большей степени, но ну, сейчас Махинджауре все-таки воспринимается как что-то, что проезжаешь по дороге на Кабулете и Тбилиси. Хотя, само собой, люди, которые живут в Махинджауре, там по-любому очень нравится. Чакви. Между Махинджауре и Чакви находится Батумский ботанический сад. Он довольно старый, и про него я делал отдельное видео на канале Старость, кстати, не помеха для ботанических садов, они с годами становятся только гуще и краше. В случае с Батумским ботаническим садом история выглядит совсем хорошо, потому что в нем разбиты современные рекреационные зоны, но долго его расписывать не стоит. Про это также есть видео на канале в разделе «Годные места в Грузии». В самом Чакве из интересного только комплекс «Оазис». Это проект элит-класса с огромной закрытой территорией и пляжем вдоль моря. Аренда апартаментов там в сезон может стоить 150 и больше долларов, что он из себя представляет, тоже можно посмотреть на канале в разделе "Ножками по новостройкам Батуми". А Букнари, вот это, кстати, такое место не сильно раскрученное. Там есть очень интересный спуск к морю. Туда туристов возят не так часто, потому что поэтому пляж в сезон, ну, там не такой заполненный, как в других местах. Еще Букнари может запомниться коровами хулиганами, которые неожиданно выбегают из кустов и могут резко начать метить бок автомобиля. Остановить такую корову очень непросто, они такие довольно целеустремленные. После Букнария у нас Цехиздыри, вот Цехиздыри это прям одна из жемчужин Каджарии, видео про это место тоже есть на канале, и даже дорога там живописная, которая через него проходит, для посещения пляжа там нужно иметь крепкие колени, поэтому место в большей степени молодежное, а внизу находится красивый скалистый пляж и большая зона отдыха на понтоне с баром. Рядом с этим местом бывший санаторий «Правда», из которого сделали хороший пятизвездочный отель «Костелло Дель Мара», по-моему, называется, со спазоной, где можно поселиться на пару ночей. Ну и отдельного, конечно, места в раскате заслуживает город Кабулети. Не надо путать с Кабулети, это не Италия, это все-таки Грузия. Кабулети — небольшой городок на побережье, видео про него есть на канале, его очень многие любят за теплоту и ламповость, хотя массовое строительство местами добралось уже и до его набережной. В Кабулете живет 10 тысяч человек из коренных жителей. Здесь большая набережная, на 2-3 недели можно приехать с семьей сюда, прям одно сплошное удовольствие. Жить здесь постоянно может наскучить, так как развлечений не то чтобы прям очень много. Все-таки население немного, и, соответственно, инфраструктура ну, примерно пропорциональна тому городу, который, который там живет. Если сравнивать с другими местами, то Кабулете местами похож, ну, наверное, на золотые пески в варне, и он гораздо приятнее, допустим, сочинской хосты. Одним словом, такой тихий курортный городок в 20 минутах езды от туристического центра. Про работу. С работой в Грузии туго тем, кто не хочет работать, либо мыслить какими-то устаревшими категориями. Как я уже упоминал в предыдущем видео, человеку с интересной профессией и профильным образованием устроиться не так сложно. В Батуми строительный бум, поэтому очевидно, что технологичные ремонтники или пряморукие дизайнеры интерьеров более чем востребованы. А записаться в очередь к хорошим специалистам можно ну, с интервалом от месяца до полугода. Без работы тут особо никто не сидит. А, тем не менее, отыскать что-то адекватное по качеству и не заоблачное по цене, не так-то уж и просто. У меня, например, на это ушел почти месяц. Хотя я вроде бы живу здесь, то есть у меня есть какая-то прямая коммуникация с людьми, которые приезжают сюда и постоянно снимаю видео, так или иначе, связанные с темами ремонта, строительства и всего остального. Поскольку я уже долго работаю с проектом «Мебель в Батуми», мне в руки периодически попадают дизайн-проекты, и они очень неоднозначно выглядят. Не люблю критиковать работу других людей, поэтому обозначу это как в сфере строительства, дизайна и ремонта в Батуми легко конкурировать и нетрудно пробить себе дорогу. Примерно так же, как в сфере агентов по недвижимости. Кроме того, в Грузии большое внимание уделяется агропромышленному сектору. Грузины поняли, и они в этом сто раз правы, что выращивать голубику ценой 8-10 долларов за килограмм гораздо интереснее, чем картошку или лук, ну и также фундук, например. В этой отрасли постоянно появляются какие-то новые проекты, которым нужны грамотные агрономы, управленцы и маркетологи. Также хороших специалистов не хватает в области продаж курортной недвижимости, о чем отдельно расскажу в новом видео «Вся правда о недвижимости Батуми» версия 2022. Если послушать кого-нибудь унылого из местных, то вокруг, конечно, безработица, низкие зарплаты и вообще жизнь становится тяжелее с каждым днем. При этом можно приглядеться и понять, что спикер оказывается там, водителем такси или продавцом в киоске. Это не самые высокооплачиваемые профессии а во всем остальном мире, в том числе, поэтому стоит задуматься над тем, кого спрашивать о подобных вещах. Вряд ли ведущий грузинский дизайнер, или директор строительной компании, или профессиональный винодел имеет ту же точку зрения о таких негативных переменах, происходящих вокруг. I say, listen to me as i Дорога в Тбилиси неоднородная. А скоростную трассу, которая соединит Тбилиси и Батуми, еще строят, а вводят в эксплуатацию отдельные участки дороги, то есть так секциями. В среднем время в пути между Тбилиси и Батуми должно сократиться в полтора раза, когда все участки будут введены в эксплуатацию. В данный момент трасса есть от Махинджаури до Кабулети. Следующий скоростной отрезок километров примерно в 15 идет от Ланчхути до деревни Джапана. Затем километров 50 еще можно проехать по трассе после поворота на сам Важно, что вот как раз вот эти 50 километров на этом отрезке стало возможно, не заезжая в Кутаиси, проехать дальше по трассе в Тбилиси. Это очень сильно экономит как минимум полчаса пути. В принципе, Кутаиси заслуживает отдельной, наверное, огромной главы. Можно подробно, кстати, посмотреть о нем в видео «Недооцененный Кутаиси». И еще есть на канале такое видео «Сокровища Эмиретии». Они достаточно популярные. И в самом городе и вокруг него хватает примечательного. Просто цель этого видео — собрать воедино как можно больше полезной информации обо всех местах в Грузии, а для частного интереса есть отдельные подробные и развернутые ролики на эту тему. А Имерети — это как раз тот регион, центром которого является Кутаиси, славится своими белыми винами. Славится настолько, что в международном смысле Грузия гораздо больше прославилась именно белыми винами, а не красными. Безусловно, Кензмараули, там, Саперави и Хванчкара — это не стареющая классика. Но белые вина Грузии это то, что в первую очередь выбирают ценители. Нужно, конечно, понимать, что за 7 лари в бокале будет домашнее вино, а не марочный редкий сорт, а уникальные вина Грузии нужно искать в специализированных барах про вино нельзя так быстро рассказать, надо чуть-чуть побольше. В Эмеретии, как и в Кахетии, это два таких самых винных грузинских региона, третий это Рача. Есть бесконечное число маленьких винарин, которые прославили Грузию на международных выставках. Вино они делают небольшими партиями, и часто эти вина вот даже не попадают на внутренний рынок, потому что их продукцию скупают иностранные компании. Вино отправляется в Америку, Европу и продается там ну, совсем по другой цене, которую местный рынок просто не может дать. В видео «Сокрающие мерети» я как раз снимал одного из таких виноделов, Арчила Гунява, потрясающий скромный человек, делающий не менее потрясающее вино. Особого внимания заслуживают, конечно, его сорта Цицка и Отсхануре Сапере. Другой не менее известный винодел – это Ромас Николадзе, винарный анаргиле… Э, нет, стоп, Нарги, Не произнесу. Э, поклонник Панкрока винодел от бога. Именно Ромас рассказывал о том, как учился технологии приготовления вина вот у виноделов французских, которые случайно попали там в соседнюю с ним деревню. Они, видимо, охотились за каким-то интересным сырьем в Грузии. А как они потом перезванивались при помощи базовых знаний английского языка, там, с обеих сторон обменивались опытом. Эта история, в принципе, могла бы лечь в основу какого-нибудь интересного фильма о вине в будущем. А за счет особенностей климата Грузии тут очень много вин винных теруаров. Кроме того, тут выращиваются сорта винограда, которых больше нигде в мире нет плановая экономика СССР очень сильно, кстати, подкосила грузинское виноделие как искусство, потому что культивировались только те сорта, которые давали максимальный плановый урожай. То есть цель стояла добывать максимум вина, а не сохранять какое-то разнообразие уникальных сортов. Поэтому многие грузинские сорта остались в забвении и только сейчас постепенно возрождаются, потому что какой-нибудь там где-нибудь дедушка, дедушка дедушки, одного знакомого винодела сохранил 10 лос там уникального сорта и к нему вот едут специально для того, чтобы брать этот сорт и высаживать у себя на винограднике. Кроме того, благодаря тому, что очень много теруаров, один и тот же сорт винограда может значительно различаться на вкус. Причем виноградники могут буквально там 10 километров друг от друга находиться, а вкус будет у одного и того же сорта совершенно разный. В Европе, кстати, особенно ценится виноград, дающий вот вино цвета, допустим, эмбер, янтарный. В Грузии янтарное вино, это ну как-то в порядке вещей. То есть самые распространенные янтарные сорта это «Цоликаури» и «Ркацители». А подробнее о сортах мы разговаривали с Бекой в видео «Приют интеллигентного алкоголика в Тбилиси». Можно ли пользоваться видеоматериалами с канала? Да, ради бога. Несколько раз я получал такой вопрос о том, можно ли взять видеоматериалы с канала для использования в других видео. Обычно этот вопрос касается панорамных съемок с дрона, и что характерно, разрешение спрашивают какие-то малоизвестные каналы. А, например, там всемирно известный блогер Варламов в своем видео про Грузию просто взял и содрал куски видео для своих нужд. Причем содрал он их криво, в ужасном качестве, <laughs> чтобы окончательно добить мою без того низкую самооценку, прилепил на ужасную картинку в разрешении чуть ли не квадратиками э -э плашку, взятую с канала Александра Шорта. В общем-то, в общем видео с канала берутся десятками, сотнями для множества разных сайтов, которые мне не принадлежат и кем-то и как-то монетизируются. Достаточно просто открыть любую поисковую систему и ввести в поиск слова «Александр Шорт». Первая страница выдачи будет показывать соцсети, где я выкладываю материал, а начиная со второй страницы появятся там сотни сайтов, ни один из которых разрешение на публикацию у меня не спрашивал. И я не сумасшедший, чтобы в эпоху Web 3.0 гоняться за кем-то с требованием соблюдения авторских прав. Если материалы, которые создаются на канале, приносят людям пользу, то препятствовать их распространению равносильно преступлению. Все равно, все равно каждый человек по-своему поймет и оценит полученную информацию. Наложит ее на свой жизненный опыт и получит свой собственный, временами даже неожиданный результат. Конечно, мне как автору однозначно будет приятно, если на первоисточник будет поставлена ссылка, а видео окажется не в сильно порезанном качестве, как это получилось там, у монтажера-блогера Варламова. Но в целом все полезно, что может быть полезно. После Кутаиси за городом Застафоне начинается перевал. Там трассу еще не запустили, и именно этот отрезок пути приходится преодолевать на минимальной скорости. Здесь бывают затруднения в движении, но пробок, вот, чтобы стоять подолгу, пока не встречалось. Вся дорога до Тбилиси очень неоднородная, и в целом это скорее даже интересно, чем утомительно, потому что отсутствует постоянная монотонность, которая бывает обычно на трассе. Все время есть на что посмотреть. Пейзаж меняется каждые 5 минут, и это превращает езду по трассе в 5-6-часовую экскурсию. В последней части перевала, перед большой трассой, находится небольшая деревня Сурами. Она славится своими сладкими лавашами, больше таких в Грузии нигде не встретишь. Их пекут в небольших печах под навесами вдоль дороги и продают всем желающим. Стоимость такого лаваша, правильно по-грузински он называется, на зуке, 1 доллар. Он сладкий, но ни в коем случае не приторный. А внутри изюм, а у некоторых продавщиц даже встречаются и кусочки кураги. Такой хлеб отлично подойдет к чаю, если он, конечно, доживет до этого самого чая, потому что <laughs> вкуснее всего на, на зубке скушать, пока он еще горячий. Неопытный турист может незаметно для себя употребить до трех раз, вот, до трех штук, вернее, за раз, и сытым чать вплоть до самого Тбилиси. Какая машина оптимально подходит для Грузии? Единого ответа на этот вопрос нет. В среднем большая часть рынка здесь это автомобили в возрасте от 6 до 10 лет. На них наиболее лояльные таможенные пошлины. Везут автомобили не только из Америки, но и из Европы. На удивление много японцев, кстати. Они хоть и дороже, но приходят, считается, что в более идеальном состоянии. И даже правый руль многих не смущает. Очень много гибридных моторов, но езда на них лично меня не очень впечатляет. Хотя это экологично и выгодно с точки зрения бензина. Хотя, опять же, скорее на длинных расстояниях, чем, ну, на более длинных, чем по городу Батуми. Среди немецких производителей популярны Mercedes, BMW и Volkswagen. Ауди для Грузии более редкая машина, их не часто встретишь. Японцы в Грузии это большей частью Toyota, реже Nissan и Mitsubishi. Американцы почти безоговорочно это Ford, реже Доджи, Chevrolet и другие производители. Популярны, кстати, очень кары знаменитая тройка Mustang, Camaro и Челленджер. Прямой конкурент Toyota Prius, это самый популярный автомобиль в Грузии, это Ford Fusion. Fusion комфортнее за счет того, что в нем более просторный салон, чуть больше по объему двигатель, тоже, кстати, в основном гибриды везут. И выглядит он поинтереснее внешне. Купить 5-7-летний Fusion в Грузии можно там за 6-7 тысяч долларов. Вполне приличная цена за большой такой семейный автомобиль. Если говорить о небольших джипах, то лидер продаж это, конечно, Ford Escape. Внешне, на мой вкус, он выглядит угловато, но у него высокий дорожный просвет и стоит он недорого. Более мощные варианты внедорожников от Форда не так популярны, в основном за счет того, что с большими двигателями здесь предпочитают Mercedes ML или GL. Существенный аргумент в пользу того, чтобы все-таки заказать машину с аукциона, это то, что в Америке или Японии автомобиль лучше обслуживался. После попадания в Грузию его очень часто начинают обслуживать более дешевыми расходными материалами, ставить контрактные запчасти. Это приводит к тому, что купив такую машину, даже при условии, что прямо сейчас она в порядке, ее чаще в будущем придется ремонтировать, так как запас прочности у основных агрегатов будет сильно снижен, а контрактные запчасти изначально имеют меньший ресурс. Как я уже сказал, автомобиль из Америки с доставкой может стоить чуть дороже, но есть больше шансов на то, что на нем стоит все родное. Минус это, конечно, то, что его нужно ждать и потом как-то очень немножечко восстанавливать. Ну, как бы, конечно, родное на нем стоит, условно говоря, минус то железо, которое менялось или красилось после ДТП. Кстати, при покупке автомобиля, прибывшего в Грузию, можно по ВИН-коду на аукционе Копарт посмотреть, с какими повреждениями он продавался и даже узнать в транспортной компании, в каком виде он прибыл в порт Батуми или Поти. Риск получить машину, которую воскрешали после тотальной аварии, в Грузии не очень велик, потому что перекупщики здесь играют на аукционах с конкретной целью. То есть автомобиль берется или под восстановление и продажу, или на запчасти. Даже с утопленниками не любят возиться, просто берут на запчасти, несмотря на, там, на их привлекательную цену на аукционе. Для примера, ну почему я об этом заговорил, в России или там на Украине очень много автомобилей восстанавливаются после тотального ДТП. Или кузовные номера там перевариваются от уничтоженного автомобиля на какой-то другой. Там больше шансов при покупке ну, попасть в серьезные неприятности. В Грузии перекупщики такими вещами практически не занимаются, потому что это не имеет смысла просто. Когда машина стоит грубо 10 тысяч долларов, а ее документы, я имею в виду тех паспорт, за которые уплачены таможенные платежи, со, ну, расходы на эти документы составляют всего 10% от ее стоимости, игра не стоит свеч. Совсем другое дело в России, допустим, где в цене автомобиля минимум 50% его таможенная пошлина. Там под эти документы пытаются что-нибудь еще придумать, прикрутить их к другой машине. Получается, если не иметь драконовских пошлин за растаможку, то люди в массе своей не склонны к мошенничеству с автотранспортом. Очень мудрая, кстати, мысль, надо ее запомнить. При этом стоит отметить, что дороги в Грузии хорошие, а отдельно годовых налогов за содержание автомобиля нет. По асфальтной дороге можно доехать практически в самую глухую деревню. Если я правильно понимаю, как это работает, то сумма на содержание дорог, они заложены в стоимости бензина. Получается, кто ездит по дорогам больше, платит больше, без каких-либо там дополнительных фиксированных оплат. При этом цены принципиально не отличаются там, от соседней Турции или Армении, но они значительно отличаются от цен э, в Российской Федерации. Примерно бензин раза в два дороже. Но тут также стоит отметить, что своего сырья для производства топлива в Грузии нет. outside the bar a woman is waiting for a man to end his shift and take her home I see a star slowly faded by a table where is drinking alcohol Вообще в Грузии 7 природных зон с разным климатом, но сильнее всего переход из одного климатического пояса в другой заметен сразу после того, как машина попадает на последний участок пути, трассу до Тбилиси. Протяженность ее около 130 км, и здесь можно ехать с ограничением скорости 110 км в час. Конечно, 110 почти никто не едет, все едут со скоростью 118, а то и больше. До 10 км от максимально допустимой скорости превышением в Грузии не считается. Если на перевал можно въехать в пасмурную погоду, то выезд с перевала почти всегда солнечный, причем вот воздух становится значительно суше, природа меняется вот с гор на равнину. Если ехать весной и летом, то появляется такое невообразимое еще буйство красок, потому что палитра смешивается. До перевала она была там обычно зеленой, а после перевала она там уже и желтая, и красная, и местами фиолетовая. Много разных цветов можно встретить вдоль трассы к Тбилиси. Для информации, крупные сетевые заправки в Грузии – это Гольф, Ромпетрол, Лукойл, Весол и Сакар. На маленьких заправляться никогда не пробовал. Из наиболее привлекательных, в смысле вот из сетевых, наверное, это Гульф, потому что у него заправки лучше всего обустроены комфортными кафе, с хорошими туалетами, магазинчиками. По качеству топлива принципиальной разницы никогда не замечал. Скорее всего, имеет значение не бренд бензоколонки, а партия топлива, которая поступила на все заправки разом, просто в этом каком-то отдельном месте. Возле самого въезда в Тбилиси, возле самого въезда в Тбилиси, не доезжая буквально 15 километров, есть остатки древнего города Мцхета и роскошный храм Дживари, который находится на горе над трассой. Из него открывается потрясающий вид на слияние двух рек Куры и Арагви. Это место классика из классик, особенно если киса любит инстаграм. Тогда селфи на фоне этой красоты это прям обязательная часть программы. А рядом с Дживари находится потрясающий отрок горы, на котором по узкой тропинке можно пройти до самого края. Это место часто используют для свадебных церемоний, и действительно такую свадьбу вряд ли когда забудешь. А въезд в Тбилиси со стороны Мцхеты ничем особо не примечателен. Вся красота этого города находится внутри. Двухполосная магистраль просто становится 7 или 8 полосной, скорость снижается там со 110 до 70 и начинается как будто бы обычный город-миллионник. На первом крупном виадоке при въезде в Тбилиси можно уйти вправо в район Дидидигоми, это новый спальный район, или влево на сторону Голдани Мухиани. Голдани и Мухиани это тоже спальный район, но они более старые, с большим количеством старых домов. Самое интересное для изучения район Тбилиси это Вакеса Буртала, так называемый бизнес-центр Тбилиси. Тацминда, именно там в окрестностях площади Свободы находится большая часть колорита старого города. И окрестности метро Марджинишвили с интереснейшей, кстати, локацией фабрика, там дезертирским базаром вдоль реки, который стоит, и множество других и других интересных и колоритных мест. А видео про Тбилиси на канале есть в количестве двух или трех штук, но в целом про этот город, наверное, из 100 видео будет мало. Тут за каждым углом, под каждым кустом найдется что-то новое или хорошо забытое старое. В район центра Намтацминду и в районе Вакеса Брутала после 8 утра и до 10 вечера на машине лучше не заезжать. Проблем с парковкой и пробки могут сильно подпортить впечатление от красоты. Вообще же в Тбилиси лучше пользоваться такси внутри города, а машину припарковать в платной зоне паркинга. И это стоит около 4 лари за неделю. Оплатить можно через специальное приложение карточкой. Также стоит отметить, что внутри старого Тбилиси и в Ваке есть специальные парковочные зоны с почасовой оплатой, которая составляет 1 лари в час. Это дорого. В этих местах на парковку повышенный спрос, ну, и там можно, в принципе, тоже завернуть за угол, и найти в двух шагах тот самый паркинг, становится 4 лари в неделю. Как открыть бизнес в Грузии? Открыть бизнес в Грузии просто, но не так просто, как сообщают туристические буклеты и агенты по недвижимости. Для открытия ООО понадобится юрист, так как нужно собрать пакет документов, а стать индивидуальным предпринимателем можно самостоятельно. На эту тему, кстати, есть отдельное видео на канале. А, тем не менее, кто-то даже для открытия ИП пользуется услугами посредников, потому что считает, что это удобно. Мне не жалко там 200-300 долларов, но в целом считаю, что зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель в Грузии каждый может сам, без услуг посредника и помощника. Никаких специальных знаний для этого не нужно. После открытия ИП или компании в банке открывается счет для обслуживания ну, их деятельности. Если деньги поступают из-за рубежа и суммы не превышают 500 тысяч лари в год, то лучшая налоговая ставка это упрощенка для индивидуальных предпринимателей. По ней можно платить от 1 до 3% налогов. Более подробно об этом есть в отдельном видео. А ряд рабочих профессий и вовсе облагается патентным налогом. Например, парикмахеры платят около 50 лари в год за патенты и больше ничего. Как обстоят дела с интернетом? Интернет в Грузии неплохой, если он от Макти. От остальных провайдеров интернет значительно хуже, больше перебоев, меньше стабильности в скорости и переход с одного тарифа на другой не меняют особо картину. Базовый тариф у Мактикома стоит 31 лари в месяц, там скорость до 20 мегабит в секунду. Этого хватает, чтобы смотреть фильмы в HD качестве, но на 4К, конечно, уже не хватает. Самый быстрый тариф стоит там около 100 лари, если не ошибаюсь, со скидками получается около 40 и дает он до 50 мегабит в секунду загрузки и скачивания. Заявлено там в максимальном тарифе скорость до 100 мегабит, но стоит, а скорее всего, даже прямое подключение как на кабеле к а компьютеру не даст. Мобильный интернет от Макти стоит 7 лари в неделю или 30, 30 лари в месяц. Скорость у него около 30 мегабит в секунду, то есть чуть-чуть получше, чем у базового тарифа, который домашний даже. Ловит почти везде хорошо, поэтому там, где нет возможности подключить проводной макси, можно просто засунуть сим-карту в печеньку или в старый телефон и раздавать интернет на свое устройство. Это неудобно при загрузке больших объемов информации, но в целом этого более чем хватает. Конечно, есть крупные мегаполисы на планете Земля, где скорость интернета достигает гигабита в секунду, но в общей массе наша планета не настолько пока еще хорошо интернетизирована, чтобы говорить, что 30 мегабит сегодня это прямо из рук вон плохая скорость. Особенно если ее можно получить почти везде на территории Грузии. Куда съездить, если приземлиться в Батуми и ничего вокруг не знать? Конечно, можно воспользоваться услугами первого попавшегося таксиста и поехать, куда он предложит. А предложит он, скорее всего, водопад Мохонсети и Аджарский винный дом по очень простой причине ехать туда по асфальтной прямой дороге просто понятно в процессе можно там напоить вас чачей, ну и в целом дорога туда занимает часа полтора там можно побыть часик другой и обратно вернуться а если немножко подсуетиться таксисту, то сзади можно еще и еще один рейс такой же сделать и заработать в два раза больше денег с точки зрения коммерции это идеально Махунцати действительно красивый водопад, но больше 10 минут там, откровенно говоря, делать нечего. Ресторанов с божественной кухней вокруг этого места я вот за 5 лет не нашел. То есть хорошо, но ничего такого особенного нету. Может где-то он там один-два их супер секретных и притаились, но пока судьба не распорядилась так, чтобы встретить их на пути. Вообще все рестораны в Грузии делятся на два типа. Первый, мама, я отгрыз себе руку, так вкусно было. И второй, ну, сойдет. Так чтобы совсем плохо накормили в Грузии такого почти не бывает. Дело, скорее всего, в том, что грузинскую кухню изначально, чтобы испортить, надо уж прям очень сильно постараться. Да и готовят в основном они из свежих продуктов все, поэтому думать о том, что где-то накормить совсем невкусно, не стоит. Очень низкая вероятность. Но когда живешь подольше, начинаешь запоминать места, где было что-то особенное. Например, лобио может быть просто вкусной кашкой из фасоли со специями, а может быть приготовлено из свежей молодой фасоли. И тогда это уже совсем другой вкус и консистенция. Ну а в особенном месте вот к нему принесут еще и особым образом замаринованную капусту, перчик и теплый мчади. Сам по себе мчади, это кукурузная лепешка, суховат, но вот когда он теплый и слобио, сочным из молодой фасоли, он становится прям произведением искусства. Или чмирули. Чикмирули блюдо потрясающее, его тоже, в принципе, очень трудно испортить а он будет вкусным и из обычной курицы, конечно, там со сметанкой президент. Но когда в рот попадает деревенский цыпленок, воспитанный на склоне аджарских или рачийских гор, да в соусе из деревенских сливок, а к нему дадут еще бокал легкой белой меритинской цицки в купаже с вот тут душа начинает трепетать. Кушать вкусно грузины умеют, это бесспорно. Возвращаясь к туристическим маршрутам. Горное Аджаре однозначно стоит посещение, но маршрут должен простираться гораздо дальше, чем в Лучше всего поехать на два дня с ночевкой и первой точкой выбрать место под названием Гомес-Мта. Фактически это уже даже не Горная Аджаре, а Гурия. Таксисты туда ездить не очень любят по причине того, что там дорога ну, в неидеальном состоянии, и ехать туда берутся только экскурсии на джипах и минивенах с высокой посадкой но дорогу там активно делают. Видео про Гомес смота есть на канале, оно называется «Море облаков в Грузии». Более подробно рассказывать не буду, это нужно увидеть своими собственными глазами, там даже формат 4К это не передаст. Побывать в Батуми и не съездить на Гомес смота это как заказать шашлык и не попробовать социбели там, или Ткимали к нему. Отдельное направление в Аджаре это, конечно, зеленые озеро и Гудерзи. Гадерзе это зимний лыжный курорт, он находится там километров 70. Их стоит выбрать для отдельного маршрута, видео про них тоже есть на канале, но вот выбирая между Зеленым озером и Гомес Мта, стоит остановиться все-таки на Гомес Мта. Правда, есть и риски, поскольку м -м, находиться придется над облаками, с погодой на Гомес Мта может и не повезти. День должен быть солнечным, иначе вся красота окажется спрятанной в тумане, то есть и машина окажется просто в облаках, а не над ними. Некоторым приходится туда ездить даже во второй раз, потому что в первый не удалось ничего увидеть. В самой местности гомес можно арендовать очень простой там какой-то домик на ночь. Тогда, если с вечера посмотреть всю красоту не удалось, утром можно приятно удивиться. На гомес холодно. Это нужно принимать во внимание. Даже если в батуме жарит солнце и градусник прыгает в районе 30 градусов, наверху будет, мягко говоря, свежо особенно вечером. Если кажется, что вот эта куртка слишком теплая, то как раз вот такую и нужно брать с собой на гоме даже самым жарким летом. Другой простенький маршрут, который предложат таксисты, это прокатиться до Сарпи на родник. На самом роднике там нет ничего примечательного, честно говоря, даже 5 минут там это очень много нужно сразу проситься, чтобы везли к пляжу Сарпи на обратном пути остановиться напротив заправки Лукойл в Квариате и обязательно заехать в Гонио через район старых 10 этажек к пляжу. Это тот въезд, который сразу напротив крепости Гонио. Оттуда открывается самая красивая панорама на границу. В этом году там сделали хороший паркинг. Пляжи в Куриате и Гоню, они в принципе одни из самых чистых в Аджарии. Отдельно стоит отметить, что купаться там лучше в первой половине дня до обеда. После 13.00 иногда появляется пена возле берега. И еще там с обеда бывает очень много рыбы, которая плавает вдоль берега. Пинать голыми пятками плотву не каждый любит, но кому-то покажется экзотичным. Крепость Гоню, которая находится по этому же маршруту и считается одним из исторических мест, можно посетить для галочки. Но самые яркие впечатления оставит все-таки в Аджаре именно природа. Потому что вот таких массивных построек, как Мцхета или Рабати про эти объекты тоже есть видео на канале в Аджаре, таких просто ну, нет. Меньше, скажем так, архитектурной формы но они с лихвой компенсируются уникальными уголками природы. На этом путешествие через всю Грузию считаю успешно завершившимся. Большое спасибо за внимание и до встречи в Грузии.